Первая и единственная в России государственная радиостанция классической музыки «Орфей» отмечает в этом году 30-летие. Сегодня «Орфей» — это не только лучшая музыка в радиоэфире, но также лучшие видеозаписи концертов и спектаклей со всего мира. Осенью нынешнего года начала работать медиаплатформа «Орфей». Осваивать сетевое пространство радиостанция собиралась давно, говорит генеральный директор, художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова. Сама идея родилась уже лет 10 назад, но в период локдауна это все очень обострилось. Желание человека выйти все-таки за рамки закрытого пространства, она стала для многих главной такой идеей. Любителям классической музыки медиаплатформа «Орфей» предлагает концерты и спектакли на любой вкус. Уже доступны разделы «Прямые трансляции», «Концерты», «Балет» и «Опера». Можно посмотреть спектакли фестиваля «Энергия открытий». В его основе проект «Возрождаем наследие русских композиторов», рассказывает Ирина Герасимова. В нашем телерадиоцентре «Орфей» есть библиотека нотная. И в ней мы время от времени находим настоящие шедевры нотные. В этих нотных шедеврах всегда можно найти что-то такое, что достойно исполнения, что достойно возрождения, но что почему-то либо забыто, либо немножечко не найдено вовремя было, либо просто помешали тяжелые обстоятельства, связанные с войнами, революциями и прочее, прочее. Сегодня слушать «Орфей» можно как в FM-диапазоне, так и через мобильное приложение и сайт радиостанции в любой точке мира, где есть интернет. И не только прямой эфир, но и тематические каналы, классика крупных форм, классика эстрады и многие другие, которые позволят слушателям оказаться на своей личной территории классики.